Здравствуйте, дорогие студенты. Сегодняшняя наша тема лекции – воспаление. Воспаление – это комплексная сосудисто-мезенхимальная реакция на повреждения, вызванные действием различных агентов. Воспаление – защитно-приспособительная реакция, направленная на ограничение участка повреждений, на уничтожение нейтрализации агентов, вызвавших воспаление, на восстановление повреждений ткани репарации. Помимо положительных, воспаление имеет и отрицательные стороны. Оно может сопровождаться расплавлением ткани с формированием свищей и массивных рубцов. Воспаление лежит в основе многих заболеваний. Воспаление могут вызвать различными факторами – биологический, физический, химический и так далее. К биологическим факторам относятся экзогенные и эндогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, иммунные факторы, антитела, иммунные комплексы, сенсибилизированные лимфоциты и другие. К физическим факторам относятся радиация, электрический ток, высокие и низкие температуры, травмы и другие, а также химические факторы. К ним относятся лекарства, токсины и еды. Фаза воспалительной реакции делится, состоит из трех фаз – альтерации, эксудации и пролиферации. Альтерация или повреждение. Альтерация представлена дистрофией, некрозом. Это инициальная фаза воспаления, ведущая к выбросу медиаторов, которые определяют все последующие развития воспалительной реакции. К медиаторам воспаления относятся те факторы, которые вырабатываются воспалительными клетками. Они действуют как аутокаталитическая система, используя принципы обратной связи, дублирования и антагонизма. Большинство из них действуют специфически связанные с рецепторами клеток-эффекторов. Некоторые обладают ферментативной активностью или действуют через активные метаболиты кислорода. Медиаторы могут быть плазменными и клеточными. К плазменным медиаторам относятся калликрин-кининовая система, система комплемента, система свертывания крови и фибринолитическая система. Они, плазменные медиаторы, активируются циркулирующими крови и действуют на хемотаксис, действуют на внутрисосудистую коагуляцию, а также и другие действия. Клеточный медиатор продуцирует различными клетками, содержится в клетке в готовом виде, как гистамин, серотонин, лизосомальные ферменты, или образуются в ходе воспалительной реакции. Они обеспечат усиление сосудистой проницаемости, хемотаксиса, фагоцитоза, включение иммунного ответа для элиминации повреждающего агента, репарации путем пролиферации и дифференцировки клеток в очаге воспаления. Эксудация. Эксудация – это выход жидкой части крови и форменных элементов за пределы сосудистого русла. К стадиям эксудации относятся реакции микроциркуляторного русла с нарушением биологических свойств крови, кратковременная вазоконструкция, вазодилатация, замедление тока крови, повышение гидростатического давления, плазморагия, повышение вязкости крови и стаз. К второй стадии эксудации относятся повышение проницаемости микроциркуляторного русла. Здесь характеризуется появлением пор между эндотелиальными клетками вследствие их сокращения или расширения просвета сосудов, повреждения эндотелия. Третья стадия относится выход жидкости и плазменных белков за пределы сосудов. Здесь можно характеризовать через межэндотелиальные поры, а также выход жидкости может быть как интраэндотелиальный при усилении пиноцитоза эндотелия. Следующей стадией является эмиграция клеток, выход клеток из сосудов. При этом происходит преимущественно в посткапиллярах и венулах. Первым в поле воспаления выходят полиморфно-ядерные лейкоциты через 15-30 минут при раздражителях средней силы. Здесь происходит стадия лейкодиапедеза. Лейкодиапедез характеризуется маргинацией, прилипанием к эндотелиям в форме элементов кровяных, эмиграцией, а также поглощение, переваривание клетками, фагоцитами различных частиц, живых или погибших бактерий или других возбудителей,
Наиболее важными фагоцитарными клетками являются палочкоядерные лейкоциты, а также моноциты-макрофаги. Фагоцитоз также может быть завершенным и незавершенным. Незавершенные характеризуются микроорганизмы, не перевариваются фагоцитами и размножаются в их цитоплазме. Незавершенный фагоцитоз приводит к хроническому воспалению. Чаще развивается в незавершенный фагоцитоз при специфических заболеваниях, как сифилис, туберкулез, склерома и так далее. Следующей стадией эксудации является образование эксудата и воспалительно-клеточного инфильтрата. Эксудат – воспалительная жидкость, содержащая белок более 2% и клеточные элементы. При скоплении в тканях клеток говорят о воспалительно-клеточном инфильтрате. Состав клеток эксудата различен. Первые 6-24 часов в эксудате преобладают палочкоядерные лейкоциты. Первые 24-48 часов преобладают в основном моноциты, макрофаги. При воспалении, связанном с реакцией гиперчувствительности немедленного типа, в эксудате преобладают эозинофилы. Следующая фаза воспаления является фаза пролиферации. Пролиферация – завершающая фаза воспаления, которая характеризуется размножением на поле воспаления, способных к пролиферации клеток макрофагов, камбиальных, мезенхимальных клеток, гладкомышечных клеток, а также эпителий, а также их дифференцировкой и трансформацией этих клеток. Классификация воспаления. Первым пунктом относится, в зависимости от характера течения, воспаление может быть острым, подострым и хроническим. По преобладании фазы воспаления выделяют экстативное воспаление и продуктивное воспаление. Экстативное воспаление характеризуется преобладанием эксудации образования в тканях и полостях тела эксудата. Характер эксудата зависит от состояния сосудистой проницаемости и глубины повреждений, что определяет видом интенсивности действия повреждающего фактора. В зависимости от характера эксудата выделяют серозные, фибринозные, гнойные, гнилостные, геморрагические и смешанные воспаления. На слизистых оболочках может развиваться особый вид воспаления – катаральный. Серозное воспаление характеризуется в составе эксудата содержится до 2% белка и незначительное количество клеток, палочкоядерных, макрофагов и слушанных эпителиальных клеток. Развивается чаще всего на серозных оболочках, слизистых оболочках, на коже, реже во внутренних органах, как серозная пневмония при гриппе. Обычно исход серозного воспаления благоприятен, эксудат полностью рассасывается. Здесь макроскопическая картина серозного плеврита. Имеете серозный эксудат плевральной полости. Фибринозное воспаление. Фибринозное воспаление эксудата содержит большое количество фибрина, которое образуется из фибриногена под действием тканевого тромбопластина. Может возникать при инфекционных заболеваниях, как крупозное пневмония, дифтерия, дизентерия, туберкулез, инфекционно-аллергических заболеваниях, как ревматизм, аутоинтоксикациях, уринеях. Развивается обычно на слизистых и серозных оболочках, образуя пленки, изредка в глубине органа, в легком. В зависимости от характера прикрепления фибринозных пленок, подлежащих к тканям, фибринозное воспаление может быть крупозным и дифтеритическим. Крупозное воспаление развивается на серозных оболочках, а также на слизистых оболочках, покрытых цилиндрическим эпителием. Оно рыхло связано с подлежащими тканями. Фибринозная пленка тонкая, содержит фибрин с примесью полиморфно-ядерных лейкоцитов и легко отторгается. Фибринозный перикардит. Здесь вот макроскопическая картина фибринозного перикардита. В составе вот эксудата чаще преобладает фибриноген, фибриновые нити. Эпикардис тусклый, покрыт серовато-желтоватым, шероховатым наложениями в виде нити и напоминает волосяной покров. Макроскопически называется волосатое сердце. Чаще это происходит при ревматизме. Крупозная пневмония. Крупозная пневмония типическая. При крупозной пневмонии воспаление протекает как крупозное воспаление. Здесь острое заболевание, вызываемое пневмококками, изредка клебсиеллами, при котором развивается долевая фибринозная пневмония. Здесь макроскопическая картина, пораженная доля увеличенная, по плотности она напоминает печеночную ткань, на разрез серого цвета, слегка зернистая, на плевре фибринозное наложение, фибринозная пленка, легко отторгающаяся и осложняющаяся фибринозным плевритом.
Крупозное понимание микроскопической картины. Внутри альвеол полностью переполнены фибриновыми нитями, фибринозным эксудатом. Фибринозный эксудат состоит из фибриновых нитей, палочкоядерных лейкоцитов, сегментоядерных лейкоцитов. Также здесь характерна инфильтрация сидеробластов, сидероцитов, а также имеются вот здесь гемосидериновые тельца, инфильтрация гемосидериновых тельцов. Также имеется в других вот альвеолоцитах накопление жидкости, накопление крови. Исходом крупозного воспаления, крупозное пневмонии, обычно располагается с помощью протеолитических ферментов, лейкоцитов и макрофагов и отторгается мокротой. Осложнение при недостаточности протеолитической активности происходит организация эксудата, замещение его соединительной ткани. При повышенной активности гнойное расплавление с образованием абсцессов легких. Дифтеритическое воспаление развивается на слизистых оболочках, покрытых многослойным плоским эпителием, либо покрытых цилиндрическим эпителием при наличии глубокого некроза. Чаще это проявляется при дизентерии. Пленка толстая, содержит кроме фибрина и лейкоцитов некротизированной ткани, отторгается с трудом, с появлением глубоких язв. Дифтеритическое воспаление развивается в тех слизистых оболочках, которые покрыты многослойным плоским или переходным эпителием. Макроскопическая картина дифтеритического колита. Здесь можно увидеть вот тяжелые формы дизентерии, в тяжелых формах дизентерии, вот пленки, фибринозные пленки, белосовато-зеленоватого цвета. Когда они отторгаются, развиваются язвочки, осложняются перфорациями, кровотечениями кишечника. При дифтеритическом воспалении зева чаще характерно при дифтерии. Макроскопически видны участки некроза слизистой оболочки, а также подлежащие ткани миндалины. Также они пронизаны фибрином, полностью вот покрыты фибриновыми пленками. По периферии участка фибринозного воспаления демаркационное воспаление, зона, демаркационная зона с расширенными полнокровными сосудами и скоплениями палочкоядерных лейкоцитов. Исход дифтеритического воспаления на месте глубоких язв, возникающих при отторжении пленки, возникают рубцы. Геморрагическое воспаление характеризуется наличием эксудата большого количества эритроцитов. Его развитие велико значение сосудистой проницаемости. Встречается при тяжелых инфекциях, инфекционных заболеваниях, как чума, сибирская язва, грипп, а также при оспе. Здесь характерна картина геморрагического воспаления вот головного мозга. Имеется вот диапидезное кровоизлияние в различных участках головного мозга. Гнилостное воспаление чаще возникает в ранах с обширным разможжением ткани. Связано чаще с кластридиальной анаэробной инфекцией в сочетании с гноеродными микроорганизмами. Характерны обширные фокусы и некрозы. Катаральное воспаление. Катаральное воспаление, катарию от итальянского слова истекаю, текаю, течь, возникает в основном на слизистых оболочках. Характеризуется обилием эксудата, который стекает с поверхности. В эксудате всегда содержится слизь. Может быть серозным, гнойным или слизистым. Может возникать при инфекционных заболеваниях, как катар верхних дыхательных путей, при острых респираторных инфекциях, аллергических состояниях, а также при дизентерии. Продуктивное воспаление характеризуется преобладанием пролиферации клеток гематогенного и гистиогенного происхождения, сопровождается появлением очаговых диффузных инфильтратов, состоящих преимущественно из макрофагов, лимфоцитов, плазматических клеток. Характерно трансформация макрофагов в эпителиоидные клетки, а в последних – гигантские клетки. Гигантские клетки бывают вокруг инородных тел или гигантские клетки Пирогова-Ланхаса, а также повышенная активность фибробластов характеризуется. При продуктивном воспалении характерны медиаторы продуктивного воспаления, возникают при взаимодействии моноцитов, макрофагов с лимфоцитами. Моноциты, привлекаемые из сосудов с помощью хемотоксических факторов, превращаются в макрофаги. Моноциты и макрофаги секретируют цитокины, активизирующие лимфоциты. Активированные лимфоциты становятся источниками цитокинов, активирующих моноциты и макрофаги, вызывающих их пролиферацию и трансформацию. Моноциты и макрофаги секретируют также цитокины и факторы роста, вызывающие пролиферацию фибробластов, новообразование сосудов,
что приводит к развитию соединительной ткани. Частым исходом продуктивного воспаления является склероз с развитием атрофии и сморщиванием органов с нарушением их структуры, как цирроз. Виды продуктивного воспаления различаются межуточные, интерстициальные, гранулематозные, а также воспаление с образованием полипов и остроконечных кандилом. Межуточное воспаление возникает в строме паренхиматозных органов, как миокарда, печени и почек. Интерстициальный миокардит встречается при многих инфекционных заболеваниях, как грипп, дифтерия, сыпной тип. Здесь микроскопическая картина интерстициального миокардита. В строме миокарда виден инфильтрат, состоящий из макрофагов, лимфоцитов, плазматических клеток, палочкоядерных лейкоцитов, эпителиальных клеток, а также фибробластов. В кардиомиоцитах выражены дистрофические изменения, а также некротические изменения. В участках инфильтрации видны новообразованные коллагеновые волокна. Исход – диффузный мелкоочаговый кардиосклероз. Гранулематозное воспаление характеризуется образованием гранулем, клеточных узелков, основу которых составляют моноцитарные фагоциты. Заболевания, сопровождающиеся развитием гранулем, получили название гранулематозных болезней. В развитии гранулематозного воспаления решающее значение имеет стойкость возбудителя, раздражителя по отношению к фагоцитам, несостоятельность иммуноцитарных фагоцитов по соотношению к возбудителю. Классификация гранулем по этиологии различает следующие гранулемы: инфекционные, неинфекционные, неустановленные этиологии. К инфекционным гранулематозным заболеваниям относятся те заболевания, которые связаны с бактериями, с вирусами, с рикетцами, простейшими, хламидиями и другими группами. К неинфекционным гранулемам относятся те гранулемы, которые образуются вокруг инородных тел, частицы органической и неорганической пыли. И неустановленные этиологии гранулемы, они различаются при саркоидозе, болезни Крона, первичном билярном циррозе и других заболеваниях. Неинфекционная микроскопическая картина неинфекционных гранулем вокруг инородных частиц, частицы органической и неорганической пыли. Здесь характерно вот по центру, центр некроза, вокруг образование вот фиброзной оболочки, а также скопление макрофагально-моноцитарных клеток. Классификация гранулем. По патогенезу гранулем различаются иммунные, неиммунные. Иммунным гранулем относятся большинство инфекционных гранулем или возникающих при внедрении пылевых частиц растительного либо животного происхождения являются иммунными. При инфекционных заболеваниях гранулем отражает относительную резистентность организма в отношении возбудителя, не стерильный иммунитет. К неиммунным относятся большинство гранулем инородных тел. Чаще построены они из гигантских клеток инородных тел, а также количество лимфоцитов плазматических клеток там наименьшее. Классификация гранулем по морфологии различаются неспецифические и специфические гранулемы. К неспецифическим гранулем относятся они. Неспецифические гранулемы бывают не имеют отличительных особенностей. Примером могут служить воспаление вокруг инородных тел и животных паразитов. К специфическим гранулемам относятся туберкулез, сифилис, лепра, склерома и сапи. Они имеют отличительную морфологическую картину, часто, но не всегда позволяющую установить этиологический фактор. Центр гранулема часто обнаруживается козиозный некроз. Микроскопическая, макроскопическая картина туберкулезных гранулем. Здесь видны маленькие, мелкие, как просеное зерно, очаги, белосоватые очаги вот на легочной ткани. Это типический туберкулезный гранулем. Диагноз здесь – миллярный туберкулез. Наблюдается при миллиардном туберкулезе легких и других органов. Макроскопическая картина легкого. Микроскопическая картина тоже гранулемы. Здесь по центру располагается козиозный некроз, творожистый некроз. Вокруг туберкулезный гранулем всегда во всех органах различают три слоя клеток. Первый слой – эпителиоидные клетки. Второй слой – лимфоидные клетки. На них имеются, между ними образуются, скапливаются гигантские клетки Пирогова-Ланхаса. А также вокруг них можно еще обнаружить воспалительную клеточную инфильтрацию. Лепрозные гранулемы чаще возникают в коже.
Прилипроматозной формы лепры гранулема состоит из макрофагов, эпителиоидных, плазматических клеток и лимфоцитов. Характерны лепрозные клетки Верхова, лепрозные шары, гигантские клетки, вакуолизированных светлой цитоплазмой, которых при окраске по Цилли-Нильсену обнаруживаются микробактерии лепры, упакованные в виде сигарет в пачке. При туберкулезной форме лепры морфологически обнаруживаются эпителиоидные клеточные гранулемы, напоминающие туберкулезные. Микобактерии обнаруживаются редко. Дифференциальная диагностика туберкулезный гранулем от лепрозной, там характерны клетки Пирогова-Ланхаса, но при лепрозной гранулеме клеток Пирогова-Ланхаса не различаются. Макроскопическая картина лепрозной гранулемы и микроскопическая картина лепрозной гранулемы. Склеромная гранулема построена из лимфоцитов, плазматических клеток и гигантских клеток со светлой цитоплазмой, клетки Микулича, в которых можно обнаружить возбудители склерома, палочки Волковича-Фриша, так как этиология склеромы – это палочки Волковича-Фриша. Среди клеточных элементов гранулемы много гиалиновых шаров. Склеромные гранулемы располагаются преимущественно в слизистой оболочке верхних дыхательных путей. Гранулемы обычно быстро подвергаются склерозу и гиалинозу, что приводит к стенозу, а также иногда к асфиксии. Спасибо за внимание.